Еще до открытия форума ожидают аншлаг. Сегодня в кассы оперного театра поступят билеты на 26-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Традиционно он состоится в мае, открытие намечено на 14 число. Путевку в афише получили спектакли «Лебединое озеро», «Жизель», «Спартак», «Баедерка». Гала-концерт пройдет под знаком юбилея – 75-летие со дня рождения легендарного Рудольфа Нуриева. За время масштабного форума зритель встретится с такими звездами, как Николай Цискоридзе, Илза Лепа, Денис и Анастасия. Мы открываем кассу с 10 часов до 19 часов. Где-то, я думаю, что будет от 200 рублей до 1000 рублей. Это стоимость некоторых спектаклей. Некоторые спектакли чуть-чуть дороже, там, скажем, до 1500. Вот. И гала-концерт, я полагаю, что будет, наверное, где-то начиная от 250 рублей до 3000. Вот. И, насколько мне известно, в руки будут выдавать или продавать по 4 билета.